Здравствуйте, и мы приглашаем вас все-таки на футбол. Меня зовут Георгий Чертанцев, моего коллегу Константин Генич. Хотя в такую погоду, конечно, не в футбол играть надо, а лепить снеговику. Да, Георгий, действительно, погода подкачала, выпал снег, и мало кто этого ожидал. Наверное, в такую погоду правильнее проводить соревнования среди биатлонистов, а не играть в футбол. Но что имеем, то имеем. Смотрим состав Уфы. Схема 4-5-1 предложена, ну и весь вопрос в том, сколько человек из полузащиты будут отряжены в группу атаки. И смотрим на состав «Динамо». Итак, схема 4-3-3. Сейчас вновь стала очень популярной, а когда-то по этой схеме играла знаменитая сборная Нидерландов. У сегодняшних хозяев лучшая защита в лиге. И очень скоро мы увидим ее в действии. Посмотрим, так сказать, как надо играть в обороне. Итак, какие соображения насчет хозяев этого матча у Константина Генича? Да, команда показывает действительно замечательную игру и пока превосходит все ожидания. Благодаря этому она вполне может попасть в Евролигу. Но впереди еще много времени, и поэтому продолжаем смотреть за игрой этой команды. Александр Бютнер. Евгений Осипов. Марсини. Антон Соснин. Не жалея себя, бросился он в этот подкат. Интересно, не... это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Какой навес! Хорошая идея, но вратарь вряд ли забросит мяч в свои ворота. Хотя посмотрим. Совсем необязательная потеря. Алексей Ионов. Игорь Денисов. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Судья назначает штрафной. Карточка вряд ли посмотрит. Свисток арбитра, игра рукой. Игорь Денисов. Арбитр фиксирует игру рукой. Потеря. Он накручивает соперников одного за другим. Бьет он по воротам. Сейф, но атака продолжается. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Thank you.
Очередная потеря. Антон Соснин. Александр Бютнер. Игорь Денис. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Мало кто умеет так здорово играть пас. Великолепно. Забивать надо! Двойка, даже единица за игру в обороне. Антон Соснин. Томаш Кубачев. Антон Соснин. Хорошая передача. Мяч ушел в аут. Марсиньо. Иван Паурьевич. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Отличный навес. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Марсини. Алексей Ионов. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Антон Соснин. Марсиньо. Оставляет защитника в дураках. Ужасное исполнение, вратарь мяча. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Марсиньо. Неплохой заброс вперед. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. На желтую, пожалуй, игрок наработал в этом эпизоде. Это, конечно, фол. Вряд ли тут могут быть два мнения. Да, бывает, что в похожих эпизодах судьи не свистят. Но это, конечно, не наш случай. Антон Соснин. Уходит команда на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что очень будничный нулевой счет. Одно очко удалось сегодня хозяевам взять. Надо бы им поактивнее и поувереннее играть в атаке. А вот оборона играет традиционно здорово сегодня.
Двойная замена у нас призвана в первую очередь освежить игру. Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Тут может что-то получиться. И совершенно справедливо, желтая карточка. Спорить тут бессмысленно. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Игорь Денисов. Угловой удар, мяч у московского «Динамо». Защитник подальше от ворот выносит. Ударище просто. В тяжелейшей ситуации голкипер спасает свою команду по нулям в игре. Мяч на боковой линии. Алексей Ионов. Просто не заметил оппонент. Мяч летит в штрафную площадь. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Упустил он мяч, и в этом заслуга защитника. Не дал этой атаке развиться. Тренер «Динамо» проводит замену. Иван Пауревич. И скоро на поле появится новый игрок. Замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Защитника просто не заметил. Может получиться интересная атака. Удар по воротам. Вот это был отличный шанс, чтобы вырваться вперед. Свежий игрок выходит на поле у «Динамо». Остановлены из-за нарушения, и тут ситуация вполне на предупреждение. Не стали тратить время игроки на подготовку штрафного, быстро ввели мяч в игру. Вот это спасение! Мяч от голкипера влетает в ворота. Великолепный мяч, и добавить тут нечего. Да, вот с первым ударом вратарь справился, но где были защитники? Оборона здесь голкиперу не помогла. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса.
1-0 в нашей игре. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Антон Сосни. Апа! Относительно легкий мяч для вратаря. Защитник должен снимать такой навес, что он и делает. Мяч уходит на угловой, подавать будет «Динамо Москва». Лишний повод повторить: вратарская площадка – это дом голкипера. Защитник перехватил передачу. Очередная потеря. Александр Бютман. Юрий Жирков. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Игорь Денисов. Какой удар! На месте голкипер, все в порядке. Алексей Ионов. Юрий Жирков. Все в рамках правил, можно играть. Игорь Денисов. По замыслу пас неплохой, однако исполнить не смог, защитник мяч перехватил. Мяч будет введен из аута. Они ведут в счете, а тут еще и свежий игрок появляется. Сопернику будет нелегко отыграться. Юрий Жирков. Томаш Губачан. Как и перед этой атакой, до ничьей остается один точный удар. Похоже, все решится в концовке. Ух, какие напряженные минуты нас ждут. Ушел мяч. Удар от ворот. А нам показывают гол, который вывел команду вперед. Решился нападающий пробить и не прогадал. Отправил мяч в левый верхний угол ворот. Диего. Главное, без нарушений. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Как же вовремя защитник перехватил передачу. Спас просто. Игорь Денисов. Две минуты осталось играть в основном времени матча. Такими действиями игру не обострить. Антон Сосни. Было опасно, точнее сказать, напряжен. Судья добавляет три минуты. Томаш Губачан. Вратарь! Вот это сейв! Ну что ж, ни одного мяча он за всю игру сегодня не пропустил и, похоже, сыграет на ноль.
И смотрите, вратарь бежит в штрафную площадь соперника. Стопроцентный пенальти. Шанс упущен, самый верный шанс из всех возможных шансов. Пенальти успеха не принес. Выше ворот. Ну что, кому-то на трибуне достанется хороший сувенир. Ну, потом, наверное, в раздевалке скажет, что ему бутсы жмут. Ну что же, финальный свисток. Матч окончен. Счет 1-0. Матч завершен. Это победа, а победители, как известно, не судят. А 3 очка, как мы с тобой знаем, так сказать, не пахнут. Спасение. Мяч от голкипера влетает в ворота. Опасно! Относительно легкий мяч для вратаря. Томаш Губачан. Вратарь! Вот это сейв! Ну что ж, ни одного мяча он за всю игру сегодня не пропустил и, похоже, сыграет на ноль.